В связи с информацией о решении Кабинета министров Украины перейти в отношениях между Россией и Украиной на режим взаимных поездок граждан по заграничным паспортам, хотели бы сообщить следующее. Официального уведомления от украинской стороны мы пока не получали. Судя по всему, речь идет о решении украинской стороны отказаться от удобного и либерального режима поездок граждан России на Украину, что предусматривается действующим соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 16 января 1997 года и протоколом от 30 октября 2004 года о внесении изменений в упомянутое соглашение. Ничего, кроме сожаления, подобное решение Киева вызвать не может, поскольку в результате таких действий украинской стороны значительно осложняются контакты между миллионами граждан двух государств, родственные и приграничные связи. Мы же, наоборот, исходя из гуманитарных соображений, считаем важным сохранить прежний порядок пересечения границы.